В Твери на 3 недели вводятся ограничения движения парковки транспорта на одной из ключевых магистралей Заволжского района города. Сообщение об этом распространила пресс-служба администрации Твери. Речь идет об улице Паши Савельевой. Начиная с понедельника 26 октября ездить и парковаться на четной стороне улицы запрещено. Отмечается, что перекрытие связано с ремонтными работами компании «Газпром Газораспределение Тверь». Ожидается, что откроют участок для движения не раньше 13 ноября.